Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки друга Сондера, Акации. Всем привет! Откройте мне дверь. Я сейчас... Будет зомби-апокалипсис, я же сказал. Приготовьтесь. Я сейчас выхожу на улицу, потому что тем, кто начнет зомби-апокалипсис... Откройте дверь. Сейчас я выйду и... Я, пожалуй, хочу посмотреть, что там за зомби-апокалипсис будет в этом месте. Надо подождать, пока я превращусь в зомби. Нет, блин! О, мы стали зомби, ура! Да, так давайте здесь дюпы. Если медленным, очень хочу конфетку схватить. Хочу быть медленным. Давай, пошли. Нет, мы будем медленными зомби, которые будут убивать Сондера. Осада бункера. Не закрыто оказалось, пошли. Даже выламывать не пришлось. А портал сломался. Мы не можем прям... Так меня не убивай, окей. Не надо. Я так долго зомби становился. Портал сломался. Наша цель заразить этого. Да, сейчас я туда портал поставлю. Не работает. Я куда-то портал поставил, в принципе, мы в складе. Внимание, внимание, зомби пробрались в склад. Они выламывают дверь. Нам нельзя на кнопки нажимать. Дверь не моя, поэтому я выламываю. Ладно, мы выламываем. Не, мы будем драть. Ай, беги! Беги! Ты не выживешь, этот лист такой агрессивный. Я лист агрессивный. Лист, не убивай его, пожалуйста, мы так долго зомби становили. Я его прокос, я его убил. Убил? Да, он меня убил. В итоге победил я. Я остался один. Короче, я был зомби-апокалипсис. Теперь я буду выживать, заново буду. Да. Теперь вы идите зомби. Загрузить, да. Поставьте все лаки-бойки и включайте. Так, дайте. Вам нельзя удалять части бункера и даже прикасаться к кнопкам, понятно? Ну, удалять нельзя. Удалять нельзя. Когда вы выламываете тоже. Вам надо ставить динамит, кнопку и взрывать. Окей, сейчас. Дайте мне спрятаться в бункере. Я опять... А что у меня голова такая? Ты это, давай конфетку сделаем. Эти конфетку сделаешь, что нормально, небольшой головой. На этом? Ешь. Спасибо. Это зомби-апокалипсис. Вот мой бункер в... Блин, выключите эту музыку. Это зомби-апокалипсис. Вот мой бункер. Я буду в нем жить. А, я знаю, что здесь делать. Так, мне нужно спрятаться. О, а мы зомби стали. Подожди, я уже взял. О, нет. Взял. Как зомби разговаривает? Там зомби. Он... Мне нужно выжить. Я пытаюсь открыть дверь. Дверь не хочет открываться. О, нет. Чё клинишь-то? Ну, давай, открывайся. Ой, я на крыше. Подожди. Прими режим общего строительства, а то я тут вообще. Да. Блин, как свет включить? Мне тут темно. Я тут без зомби помру уже. А, зомби тут за что? Что я вам сделал? Пойди, зомби. Алло, я не хочу заразиться. Я заразу. Сондер, теперь ты давай. Нет, пусть Сондер тебя заразит. Закрой дверь, блин, как дверь закрыть? Сондер заразит. Вы даже не показали, как мне свет включить. Белая кнопочка, там белая кнопочка. Белая. Где? Сейчас нажми, меня сразу заразят. Где? Все двери. Ой, я Сондер чуть покоцал. Где? Где около двери? Ой, я нашел. А тут-то свет сломался. Заморозка этого зомби! Убить еще один зомби. Я придумал, как я здесь захочу. Уходи, зомби. Я придумал. Уходи! Зомби нет! Я уничтожу тебя. Зомби нельзя пользоваться этими штуками, вы чё? Стоп, я над бездной. Я сейчас заморожен. Если я отморожу, то я упаду в бездну. Сондер. Вам нельзя пользоваться этими ништяками, зельями и пушками. Вам я пользуюсь динамитом. Сейчас динамит отпаду сюда. Нет, у меня пола нету, спасите. Хорошо, что ты меня заморозил, Сондер, а то бы я сейчас бы упал. Помогите. Ой, сейчас кому-то будет нехорошо. В смысле, помогите. Ой, сейчас где-то там. Я тут внизу. Ай, я тоже упал. А я не упал, я живой. А там пол сломали. Вот я знаю, а я замерзший, видишь. А этому живой. Ладно, все, я сделал пол. Можете продолжать свои зомбарские вещества. Закрыть ворота. Я закрыл. Где телевизор? Я хочу хотя бы... Блин, телевизор Сондер сгорел. Я поджарил телевизор. Теперь я тут со скуки помыл. О, возьму-ка я, пожалуй, новогодний. А из квеста нельзя. Это только любовь. Портал сюда нельзя, вы че? Зомби не умеют строить порталы. Они такие же, вот эти вот квесты, они такие. Нет, я говорю, порталы нельзя. Ты говоришь, что про квесты эти. Да вот. Нет, я говорю про квесты, а не про вот. Ну, я... Сондер! А! Как? Что? За что? Нет! Зомби напали, а вы же не зомби. Вы кто такие? Ну, зомби... Мы просто тянули человеческую кожу на себя, чтобы замаскироваться. Я колледж нельзя было отключать. Я не знаю, это Сондер.
говорят. Зомби-апокалипсис кончился тем, что я... Ладно, даже сейчас отлетел. А как они без коллизии, если даже без коллизии? А, стоп, я просто закрывал, я не вырубал, думал, ну, с коллизией, может, без... Ладно, давай, чё? Вряд ли я вырубал, я не вырубал, ладно. Сукурать, да. Зомби-апокалипсис закончился поражением. Дверь мы даже не закрыли. Та бомбёжка будет, та поймёшь. Не надо. Начинается бомбёжка. Зондер, ты на кнопку нажал? Не да. Это бомбёжка фейерверка, они... Ночью очень. Это я хотел для парка. Это для парка хотел сделать, но. Стой. Заново загрузи. Да, хорошо. Так, не нажимайте на кнопку. Сейчас эта бомбежка превратит нас в место бомбежки. Нажимай, Сондер. Ой, придумал. Не, подожди, я хочу. Может, я уже сделал, чтобы... нажимай, Сондер, нажимай. А, чтобы оттуда взорвалось. Как сказать? О, нет! Фейерверк взрывает туда базе. Я только что забыл. Я так и чужие команды бомбил. В общем, все это поворачивал и начал. Ну, салют постройкой. Ай-ай-ай-ай-ай. Ладно, давай дальше. Ну, дальше уже ничего так нету, потому что это все на аккаунте я типа мало играл. Ну, правильно? Понятно. А прошлый я потерял. Потерял. А, это должен был быть бункер 2.0, но только его не катилось. Ну, только деревья. А это что? Это в парке деревья. Мини-бункер? То мини-бункер. Да, также можно... Ну, все получается больше. Да. О, ну, то есть, что-то башня, ну, это будущий проект замок. Замок. Но с ней можно кушать сделать, ее можно катать. Сейчас я ее переверну. О, я там может быть, там ее катать. Давай на меня пустикать. Сейчас, ну, как не залечать там. Там большим. Я, Никси, почти до конца дошел на эту штуку. На этой штуке? Там. Стоп, я как? По приколу ее катил. А, я понял. Стой, подожди. Давай сейчас остановлю. Я буду с тобой. Стой, подожди, я конфет. Дай мне конфет. Сондер, ты с нами? Лиз не с нами. Погнали! Вот для чего используют башню. Ой, ну что-то не туда. Назад! А, нет! Сондер своим джетпаком. Угоняем. Так, сейчас я, подожди. Можно один назад? Вперед, назад. Я, кстати, можно вверх поднять с помощью джетпака. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Потеряно, может, с помощью донского джетпака. Пробую, но не получается. А, донский джетпак просто на больших не работает. Надо мелком стать, он больших не поднимает. Нет, он поднимает. Наоборот, донатический джетпак работает. Просто насчет доната большого не знал, но... Хорошо работает, наверх поднимать час. Сейчас сделаем, чтобы наверх поднимал хорошо. Нет, час, погоди. Для этого всегда есть вот такая штука. Я сейчас угоню эту башню. Можно было ракету построить, поставить красную. Подожди, всё. Нет, на, тоже себе джетпак возьми и погоди. Нам просто надо правильно повернуться. Ой. Куда? Что-то мы не туда. Поехали, надо развернуть. Ой, Том, нет. Куда? Отпустите. Удали нет. Эту штуку, зафиксируй. А, да, выбрать все с фиксацией. Опа. Молодец. Всё. А, у тебя это аттракцион какой-то. Отключить надо. Ой, я сейчас в шаурму превращусь. Так, это машина для варки пельменей. Шару. Спасите меня, пожалуйста. Надо просто этот выбить турбину. Да, но только... Удали просто турбину, и нет проблем. Я... А, она уже кончилась. У меня вода сносит. Ладно, включи этот, как сказать. Папа, удалил. Коллизию включи и погнали. Так, вот сейчас, коллизии. Ой, быстрее разрешай. Нет. Ой. Кажись, кручающаяся сила осталась. О, погнали. Нет. А, Сондер. Кто это сделал? А я ему дал редактировать свои блоки, Сондер. Ля, включи лист. Ладно. А, ну могу еще просто заказать эту стройку, которая тоже была. Но это крышка, которая... По копии дома, Сондер. А, мы вместе строили. Он строил свой, я строил свой. Нереально, это похоже было. Так-то, тут открывается дверь, открывается еще одна там дверь. Там печка сейчас открывалась, но печка поломалась. Печка просто взяла и сломалась. Из этого я не хочу строить, потому что там все механизмы ломали. Это не очень мне нравится. Шкафы открываются, полочки, тут все открывается. Что я гигант? Даже окошко. Но у Сондера окошко поворачивало. Да, ручка, но я не стал такое делать. Вот твои волосы на втором этаже. Зал еще есть. А вон дом Сондера на противоположной стороне. Ну, залик есть у ее. Две копии. Это титана. А что не достроить-то? Вот, у него даже ручка поворачивается. Да, начал собираться, я начал парк строить, квест начал строить. Ой, оттуда, ну ладно. Ну тут просто ломаются и чинить. А у него деревья, я знаю. Ну вот перед домами у нас одинаковые, да, это нет. Тут все снизу. А тут дорога, тут должен быть самый большой. Нормального роста. Ну, на этом все, всем пока. Всем пока. Ой.